Включен режим ожидания. О, держи наказ! Так, сначала сюда вот съезди. Метеорит и ковчег стоит. Там улучшения никого не пройдут. Эх ты! Возвращайся скорее, Уокер! Сторожевая башня. Надо было подпрыгнуть. Роботы какие-то стоят.
активируется. Желаю удачи. Слушай, Эмили, я тут вижу что-то очень стрёмное. Ну, привыкай, это тебе не Винланд. Где стрёмно, туда не лезь без подготовки. Так, здесь типа два контейнера. Ага, вот он один. Вот второй. Все, нужно тачку идти дальше к себе. Еще одно бандитское логово. Возвращайся скорее, Уокер. Системы активируются. Еще одно бандитское логово. Так. Давай здесь сначала. Желаю удачи. Это будет мой... Лили, как-то мне тут не по себе. Так сказала бы мама. Рейнджер должен заранее оценить обстановку и продвигаться, лишь хорошо подготовившись.
все еще должны найти доктора Квасира. Ага, мне вот сюда вот надо было ехать. Сейчас найдем. Рейнджер, танк. Скрэмблер почти готов. Выглядит отлично. Не хватает одной маленькой детали. Я послал на разведку Гула. Помнишь ту дерганую коротышку? Короче, она пропала. Боюсь, вляпалась в неприятности. Мне снова нужна твоя помощь, Рейнджер. Зайди ко мне в арсенал. Хорошо, зайду. Так, где ладно, моя тачка стоит? Вон там. Сюда вот теперь надо заехать. Уезжаем, уезжаем. Я на медобслуживание. Прошу подождать. Корпус частично восстановлен. Корпус частично восстановлен. Системы восстанавливают. На лифте надо ехать. Ну, поехали. Сейчас там замес начнется. Нихера, там народу еще сколько. На верхние этажи поднимаемся.
куда мне шить? Роботы какие-то. Сверху, да? Ну давай. Заклинка. Откуда сверху, да, стреляешься? Зачистил.
взялась Тилтаун. Отлично, Хмырь, ты психованный. А я неплохо поживилась, разорила суперсейв. Тут недалеко от тебя. Надо теперь взорвать один старый ковчег. И босс говорит, что в Тилтауне до хрена отменной взрывчатки. Но она мне нужна! Все, уходим. Так, куда только идти, я не помню. Где моя тачка стоит? Так, лифт нужен, чтобы спуститься вниз, я помню. Еще вот здесь вот это сейчас зачистим, три штучки зачистим, там тем более ковчег. Это ковчег, да, знаешь, какое-то улучшение получу. Так, а вообще что-то улучшил. Так, ну, на три это теперь. Так. О, что я могу здесь улучшать? Так. Транспорт.
Понял? Так, по поводу оружия. Боевой дробовик. Угу, еще боевой дробовик, давай-ка. Бронебойный выстрел. Так, все. Дробовик, все. Улучшил. Все, прокачал. Дальше едем сюда. Системы активируются. Включен режим ожидания.
Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Еще запчасти для тачки. Ковчег. Сейчас пойдем улучшение на ковчег. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 415Б. Ракетомет, Херасия. Умный ракетомет стреляет нанотритовыми ракетами, которые наносят урон по большим площадям. В режиме прицеливания умный ракетомет фиксируется на цели и стреляет маленькими самонаводящимися ракетами. Хорошо, теперь еще раз. Круто. Действия выполнены. Применяйте форсаж умного ракетомета против врагов в симуляторе.